Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Люди с буквой М в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Люди с буквой Г в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Кроме того, владельцы этого имени стремятся к знаниям, а также делать все добросовестно. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Обычно эти люди светлые, позитивные, добиваются нереальных высот в области философии, психологии, преподавательской деятельности и даже религии. Обычно эти личности очень амбициозны, энергичны, инициативны, активны. Буква Г дает носителю этого имени непредсказуемость и неожиданность. Буква Х в этом имени говорит о стремлении завоевать всеобщее признание, а значит о приверженности принятым в обществе законам, моральным устоям. Букве А свойственна сила и лидерство для этого имени. Эти люди особенные, так как находятся под управлением планеты Прозерпины. Эта планета очень сильная и эффективная. В Древнем Риме считалось, что Прозерпина очень властная и сильная богиня. Она ассоциировалась с плодородием, успехом и процветанием. У римлян эта богиня управляла подземным царством. Предпочтение часто отдают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве И, мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Иногда эти люди бывают чересчур мрачны, обожают путешествовать, предпочитая при этом поездки на автомобиле, так как их успокаивает шелест шин. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Значение буквы М в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.